пиво – слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодотого сусла, чаще всего на основе ячменя, с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля. Содержание этилового спирта в большинстве сортов пива около 3,0–6,0% ОП. Крепкое содержит, как правило, от 8% до 14% ОП. Иногда также выделяют легкое пиво, которое содержит 1–2% ОП. Отдельно выделяют безалкогольное пиво, которое сюда не включают, сухих веществ, в основном углеводов, 7–10%, углекислого газа 0,48–1,0%. Пиво распространено во множестве стран мира и пользуется популярностью благодаря своим вкусовым качествам и аромату. Существует около 1000 сортов пива. Вкусовые характеристики разных видов могут кардинально отличаться.